Написано расписание. Вот я сейчас посмотрела. Отправляемся мы с вами в Ватсон. Ой! Ватсон Бай, извиняюсь. 14:45. А, да, второй этот, вторая пристань. А сейчас у нас, где у нас часы? Часы у нас есть вообще? В этом учреждении. Вот, там в расписании надо часы посмотреть. Ну ладно, поедем на вторую пристань. Сначала съездим. А потом посмотрим часы. Вторая пристань у нас в этот вот, в эту сторону. Шарлотта, Виктор Чан. Я вам эти показываю. Ферри. Они, видите, катамаранами. Пассажирские. Пассажирский транспорт, ребят. Цена у него такая же, как у автобуса. Такая же, как у поезда. Совершенно одинаково. Здесь что-то происходит. На что-то мы смотрим. А, статуи, ребят. Человек-статуя. Ой. Вообще что-то... Я не поняла, что происходит. Человек висит в воздухе. Так, ну-ка. Ребят, ну как вот? Очки снять надо. Ребята, шикарно. Шедевральные. Желтый, ребят. Так, все, я, по-моему, поняла, в чем дело. Я поняла, в чем дело, ребят. У него вот этот костюм. Нет, все равно не поняла. Ну ничего, молодец. Хорошо придумано. Оптическая иллюзия. Чего только не придумают. Чтобы деньги заработать. Ладно, поехали.